Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор рыбки, которая приехала ко мне домой. То что это за беспредел? Все на работе, да на работе. Надо же дома чего-нибудь поснимать. Съемка будет на фоне пятнистого эублифара по кличке Дракон, у которого нужно уже убираться. Это все будет благополучно сделано за кадром. Ну а пока что давайте посмотрим рыбку. Итак, у нас сегодня на обзоре два пакета. Вот такой в мелкий аквариум пакет. Здесь у нас пицилия Микки Маус, несколько меченосцев и целая куча сомов. Здесь пара анцеструсов, альбинос стандарт. Здесь платеодорос, синодонтис. И вот третьего не помню. Он как-то созвучный с акомисом, конечно. Но, увы, я не вспомню. Вот такая вот ребятня интересная. Чуть-чуть самов видно. Вот буквально совсем чуть-чуть. Я даже не знаю. Можно вот так, конечно, попробовать сверху показать. Но, ну, сами понимаете, качество такой съемки. В общем, малышавки пойдут в более мелкий аквариум. И сейчас покажу товарищей, которые заселятся в большой аквариум. Ну и вот, собственно, те, кто поселится в большом аквариуме. Это у нас тройка астронотусов. Не знаю, как поставить так, чтобы было видно камеру. Ну вот здесь их три штуки. Пока что не крупные, но обещают расти большими и красивыми. Ну, и я надеюсь, не особо агрессивными, да. На фоне у нас повалилась клетка. Ну, клетка пустая, ничего страшного. Ничего ей не будет. Момент заселения, в принципе, ничего интересного. Снимать не буду. Да, у нас вот такое сегодня коротенькое видео. Ребятушки абсолютно не хотят показываться. Я не знаю, под каким ракурсом это все сделать. Ну вот, собственно, вот такая рыбытня у нас и есть. Ну, опять же, Дракон. Пишите комментарии, у кого какие интересные есть питомцы. Какая рыба, экзоты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.